Здесь, у развилки Малгобек-Сагапши, начинают свой очередной конный поход ингушские всадники. В народе это место называют поворотом Утанган. Но сегодня вместо шума мотора легендарного Т-34 здесь на всю округу разносится цокот копыт. И сотни всадников единым строем проносятся по Сагапши. Всадников сопровождают две машины ГИБДД. Колонна местами занимает всю проезжую часть, но автолюбителей это не напрягает. А наоборот, многие останавливают машины и поспешно начинают снимать все на телефон. Такую компанию увидишь нечасто. Под восторженные возгласы горожан колонна всадников прошлась по центральной улице Малгобека. Этот поход всадники посвятили 30-летию образования республики. Как и Ингушетия, конный спорт переживает светлые времена своей истории. Конный спорт в республике начал возрождаться несколько лет назад, и с каждым годом всадников становится только больше. Клуб «Наследие», который и организовал этот поход, образован 2 года назад, но туда уже входят около 100 всадников со всего Малгобекского района. Многие из них уже более 50 лет на коне. 60-й год за городом Ашхалеру, 58-й год за Деками Гурбода, Сензат, Сергерт, Вишен, Далу, Ирин, Аруол. В клуб входят люди разных возрастов, есть среди них как новички, так и опытные наездники. Даже своего Тамаду выбрали, он и поход конный возглавит, и порядок в рядах наведет. Где-то около 90 кигнах бахашбека. Ах, пейт хет, он ценадия. Да, гор, и ты, эште, хач, ухож, да, кези, да, тхог, ладу, ухож, ох, да, я, да, дачи, и ты, да, тхог, да, цац, да, хамаж, цехож, цедейн, хамаж, мухоли, да, тхог, хахуа, ты, тхош, дейн, тхош, ди, цар, бах, чарди, о, да, ду, ты, эште, табарт, бор, цач, цау, дуах, кидотхо. Помимо походов и скачек, всадников можно увидеть в праздничных мероприятиях и других акциях. Также они бесплатно проводят занятия по иппотерапии для детей с ОВЗ. Конные прогулки благотворно влияют на физическое самочувствие и эмоциональное состояние. Само содержание лошадей – это наши корни, наши традиции, наше воспитание. Я очень рад тому, что вот последние годы у нас в республике коневодство развивается семимильными шагами. Сегодня здесь собрали все клубы конезаводчиков, которые находятся на нашей республике. И мероприятие это приурочено, безусловно, к 30-летию нашей республики, чему мы очень рады. В походе приняли участие около 200 всадников из всех конно-спортивных клубов республики. В завершении похода все боевые товарищи заняли свои места на привязи, а всадники приступили к трапезе. А после всех ждут праздничные скачки. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.